В день рождения Курский медуниверситет принимает не только поздравления. Губернатор Роман Старовойт поблагодарил преподавателей, аспирантов и студентов за участие в борьбе с ковидом, за помощь нашим защитникам и жителям новых территорий. Вы не только готовите замечательные кадры для системы здравоохранения всего мира, но и принимаете самое активное участие в жизни региона. Вы знаете, я когда знакомлюсь с новыми людьми по работе или в быту, и представляю, что я из Курска, вот сразу люди говорят о том, вспоминая Курск и Курскую область, говорят о Курской битве и о Курском меде. Это говорит о том, что Курский медицинский университет прочно стоит на ногах. Диплом Курского медуниверситета – знак качества не только в России, но и далеко за ее пределами. Сегодня в КГМО обучаются более 2300 студентов из 44 стран мира. Около 300 будущих медиков из Шри-Ланки. Надеемся проводить совместные научные исследования, семинары, конференции. Я думаю, это будет большая миссия, которая возложена на нас для укрепления дружбы в области образования между нашими государствами. Выпускники Курского меда – гордость в родных странах. Они возвращаются туда с солидным багажом знаний, чтобы работать по полученной специальности. Мы приехали сюда и восхищены нашими студентами. Надеемся, что тайские студенты дальше будут приезжать обучаться в Курский медицинский университет. Горизонты международного сотрудничества становятся шире даже при нынешней геополитической ситуации. Пример – Индия. КГМУ подписал меморандум с намерением о сотрудничестве с крупнейшим университетом южноазиатской страны. Мы уже договорились об обмене студентов и преподавателей. Скоро у жителей крупного города в Индии будет возможность учиться в своей стране у преподавателей Курского медицинского университета. В Курском меди подчеркивают их главная ценность и гордость – люди, в первую очередь сильнейший преподавательский состав. Каждый руководитель на своем месте колоссально прилагал для того, чтобы воспитать плеяду ученых, педагогов на каждой кафедре, в каждом структурном подразделении. Второе – это наши студенты. Я все время говорю о том, что и так оно и есть для меня. Это лицо университета, потому что то, что они делают, и на нас равняются. Нам это очень приятно. В планах у медуниверситета здесь, в Курске, открыть собственную клинику, где даже будут проводить операции. Вероника Викторова, Роман Федорков. События дня.